Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня крайне короткая информация для тех, кто любит донатить, тех, кто хочет получить что-нибудь прикольное за Real Money. Ребят, смотрите, в магазине появились на продаже за 4 бакса, грубо говоря, Арсенал Дракулы, Арсенал Хельсинга. И вы эти объявления явно видели, если заходите через мобильное устройство. Я, к сожалению, не имею возможности показать, как эти предложения выглядят конкретно в магазине, потому что вижу я их исключительно через мобильный телефон через планшет на андроиде, а сам, поскольку играю на Wargaming Game Center, то в магазине у меня только те товары, которые можно приобрести за серебро, либо за золото. А вот все, что за Real Money, либо приходится покупать через платформу на телефоне, либо через сайт Wargaming. Короче говоря, ребят, новость, точнее предостережение, сводится к тому, что я поначалу очень сильно заинтересовался, потому что за 4 бакса, как мне поначалу показалось, я такой сразу аж глазки загорелись, ты получаешь и 7 дней према, и 2000 золота, и x5 10 сертификатов, причем, если я не ошибаюсь, полностью на все танчики, да, на абсолютно любые танки. Ну, бустеры как бы вроде бы дребедень, но тоже приятно. И что самое интересное, написано, что вы получаете квест Хельсинг. И здесь прописано, что получить 75 тысяч единиц боевого опыта без учета модификации на танках 4-10 уровня. Учитывается бои во всех режимах. Время на выполнение 10 дней. Временный предмет 10 дней длится. Короче говоря, вроде бы типа жирдос, ты за 4 бакса получаешь возможность, мало того, что получаешь 2000 голды, так еще и типа якобы к Хэллоуину получаешь возможность получить Хельсинга. Многие так могут подумать. Ребят, но если вы нажмете на кнопку просмотр, то обратите внимание, что за 10 дней, выполняя данный квест, то есть делая 75 тысяч единиц боевого опыта без учета модификаций, вы получаете не Хельсинга, вы получаете не Дракулу, вы просто получаете, вот учтите это, вы получаете элементарно просто фон профиля. И не более того. То есть, ребят, не рассчитывайте на то, что задонатив, вы получаете чуть ли не на халяву возможность получить себе в ангар Дракулу, либо Хельсинга. Я понимаю, что многие сейчас захотят побросаться фекалиями в комментариях, мол, типа мы сами читать умеем. Поэтому, ребят, пожалуйста, обратите внимание, данное видео снято исключительно для тех ребят, которые могут сделать скоропостижное решение. По-другому я его назвать не могу. Я знаю, что скоропостижный бывает только смерть, но я думаю, что инфаркт может быть в случае, если вы задонатите 4 бакса для того, чтобы получить 2000 голды, что крайне невыгодный курс, и за оставшиеся 2 купите себе фон профиля, который вы, в принципе, не видите. Ну, разве что очень часто заходите на свою статистику поглазеть. Но, опять-таки, вы не на фон профиля в таком случае смотрите. Вы смотрите на цифры своей статы. Поэтому, ребят, попридержите, пожалуйста, фекалии до других видосов. Буду вам безумно благодарен. Ну, а тем, кто получил для себя полезную информацию и не подписан на канал, подписывайтесь на канал, у меня только честные обзоры, максимально быстрые новости. Не всегда, к сожалению, успеваю прям совсем быстро-быстро, но стараюсь как могу. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, получайте уведомления о новых видосах. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.